называется «Абиссиния». Стихи все написаны в 15 году. Абиссиния. Хоть 3 года скачи до ближайшего моря, забывая про горе, напевая аморе, не доскачешь до моря, до неба, до сини, отраженной в песках и снегах Абиссинии. Даже если до Красного моря доскачешь, не ищи в этих водах желанной удачи, может, ноги спалишь в их морском керосине, не доскачешь, увы, до слонов Абиссинии. Пусть увидишь в бинокль ты уже Эфиопа, пусть с тобой и Америка вся, и Европа, пусть попутчиком был Гумилев из России, но паленой травы не найти Абиссинии. Но и если украсть море, синь и барханы, небывалых зверей эфиопской саванны, и паленые травы, и стихи Гумилева, Абиссинии все же не ищи среди улова. Второе стихотворение называется «Физиология счастья». Мне доктор, прописавший эндорфины, серотонин, а также дофамин, сказал: «Забудь депрессии и сплины, долой унылость, в печку их, в камин». Он знал и соблюдал как физиолог и докторскую этику и честь. Он заявил, что к счастью путь недолог, когда лекарства правильные есть. И я поверил в докторскую склянку, ел эндорфины, как насущный хлеб, жевал серотонин, как запеканку, и дофамин для укрепления скреп. Я счастлив стал, по кайфу утро, вечер, и эйфория проникает в мозг. Не только телеястреб, скажем, Тэтчер, но даже адский рисовальщик Босх не смог бы мне испортить настроение и в чертову депрессию ввести. Я счастлив стал почти до посинения. О, счастье легче, сжалься, отпусти. Так, третье стихотворение называется «Оттепель». Весна пришла, запахла перегноем, и капли застучали, как часы. Нет, мы не плачем, потихоньку ноем. Открылись раны средней полосы. Когда здесь были снежные барханы, мы жили в полудреме, как во сне. Вот оттепель, и обнажились раны. Всегда бывает больно по весне. Верните снег, нельзя без заморозки. Оставьте нас навечно в забытьи. Все до одной пойдут на папироски, весенние газетные статьи. Спасибо. Дорогие друзья, перед нами выступил поэт из города Сан-Диего Михаил Ром. А сейчас мы приглашаем на сцену еще одного представителя этого замечательного города, Константин Эмма. Договорились.